рек, у озер где-то располагаются, ну, потому что вода одна из основ жизни. Ну, weil eigentlich hat eine Siedlung immer ein Teich oder ein Fluss, und das gibt es hier halt nicht. In dem Sinne ist es kein guter Standard hier. Да, а наше поселение удалено, там долины от нас далеко, речки далековато, далековато, здесь только у нас родники. Ja, also es gibt hier Brunnen, Quellen, aber sonst Flüsse und Seen sind weit weg von hier. Да. Поэтому я как практически, я жил в поселке, я знал, что надо, чтобы была река, да. Поэтому я на это смотрел так немножко критически, да. Или искал землю, где много воды. Ja, also, und mit seinem, wie soll ich sagen, Grundverständnis von Wasser muss da sein, hat gesagt, okay, es gibt hier kein Wasser, das ist ein Problem. В конечном итоге мы оказались здесь, то есть я... Das ist jedem freigestellt, jetzt das. Zum Besten zu geben. Нет, она сейчас увлечена питанием, она тебя не тронет. Оса, у нее села, она так... Ich würde auch super gern ein russisches Lied von ihm hören. Клаус, ты понимал слова? Понял. Некоторые все понимают. Да? Все понимаю. Хорошие слова там, да? Ребята, большое вам спасибо, что вы приехали. Also ging wieder weiter. Опять пошел дальше. И шел, потом раз, остановился и говорит, начал считать. И считал, и, значит, говорит, здесь вода на 20 метрах. Und dann kam er halt an diesen Fleck und hat gesagt, gezählt wieder, die gleiche Sache mit geschlossenen Augen, bis 20, okay, hier ist Wasser in 20 Meter Tiefe. Das gibt's ja nicht. Ja, когда выкопал 20 метров, пошла вода. Und genau als ich 20 Meter ausgegraben habe, kam das Wasser. Ich möchte mal einmal gucken, darf ich einmal gucken? Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Мое дерево завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. 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 Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнал.
узнаю, отчего так печальные листья летят. Под рубахою душу лаская, она сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее эх западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток.
слушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Послушай, все в твоих руках. Ja, also da lernen wir zum Beispiel so gemeinsame Wörter, wie zum Beispiel Bier, also in Berlin, Bier, das im Altrussischen das auch Bier war, für Bier, heute heißt das mit W. Aber dann frage ich die und sage, wo wohnt denn Medved, russischer Medved, wo wohnt er? In Birloga, ja, wie geschrieben, Birloga, Loge, Bier. Russisch, der Medved wohnt in Birloga. Birloga, Birloge, Loge. Jeder versteht, was Loge ist. Und dann kommt Bier. Auf Russisch heißt das auch Bier. Und dann auf einmal fangen sie an zu kapieren. Und dann, hä? Das stimmt. Also, und so weiter. So öffne ich immer wieder das Feld der Aufnahme. Und dadurch entsteht ein Prozess in Kindern, der die Leichtigkeit, die Gewissheit, ich weiß nicht, dass ich es kann, weil es ein Teil von mir ist.